начинаешь форсить бугур треды про Маранари, копируешь ранние треды про самосбор и лавкрафтианское НИИ. Минимум интересных идей. Неожиданно Маранари выстреливает, треды плодятся как тараканы, начинаются срачи за канон. Появляется куча совершенно не вписывающихся в сеттинг глупых персонажей. Рисуется много убогих артов. Про изначальную идею все забывают. Какой-то ушлый делец пытается присвоить авторские права на Маранари. С ужасом листаешь паблики ВКонтакте, какие-то мемы про Маранари, цитаты и прочее дерьмо в Стиме. В топе продаж, если сделанная на Юнити за 3 дня игра каким-то школьником. Call of Маранари Дока 2 Edition. Молишь зеленую лампу на своем столе о том, чтобы ничего этого никогда не происходило. В комнату со спущенными штанами заходит бухой отчим, напевая странную мелодию. Маранари, блядь.